За прошедшие 4 года, что студенты-архитекторы приезжали на летнюю практику в Суханово, они участвовали в благоустройстве парка и небольшой реставрации зданий. Закрашивали, штукатурили и убирали трещины в постройках. Просто такой произошел небольшой разрыв поколений. И действительно, в 90-е годы и в начале нулевых сюда архитекторы перестали ехать. И сейчас мы стараемся исправить вот этот пробел. И как раз привозя 100 студентов, мы им открываем это место для того, чтобы они приезжали сюда дальше. И как-то жизнь возрождалась тут. В этом году свои идеи восстановления усадьбы молодые архитекторы собираются выдвинуть на соискание премии «Наше Подмосковье». Они готовят сразу два проекта. Первый – организация навигации в парке в едином стиле и объединение карты усадьбы. Второй – реставрация пристани на пруду. Планируется заменить сгнившие доски, поставить заново стальные конструкции и облагородить прилегающую к воде территорию. Среди студентов-волонтеров есть и житель города Видное, Илья Гулевский, которому не безразлично будущее усадьбы. Моя задача заключается в том, что непосредственно находиться на объекте, контролировать их работу, давать какие-то новые задания, утвержденные Союзом архитекторов и администрацией усадьбы Суханова, и претворять их жизнь. Помимо этого, уже в следующем году из бывшего дома управляющего собираются сделать хостел для студентов, чтобы они могли приезжать сюда со всей страны и заниматься научной и восстановительной работой. На чердаке планируется сделать большое единое пространство рабочее, которое также будет использовано, как, возможно, как такой некий студенческий архитектурный коворкинг, может быть, как студия, в которой можно будет собираться, проводить какие-то мероприятия. Ребята считают подобный формат летнего лагеря удачным, где совмещаются труд и отдых. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.